Александр, вы на меня молчите? Я что, скучать должна, что ли? Маркус, привет. Hello, my friend. Hello. Да. Серьезно, дай полюбуйся. Ты мной любуешься, что ли, Александр? От моей, Мишка, от моей. Ладно, так напишу. А кем же? Написала бы от души же, было бы яснее понятнее. Он, походу, еще спит. Да он не спит. Он не понимает просто, что ты имеешь в виду. Не, Кинчик смотрел. Что за смотрел фильм? 55, привет. Долго еще тут? Ну, не знаю, еще минут 40 посижу и пойду. Мама, здравствуйте. 40 посижу. Спать вроде не хочется, надо бы. А что? Да, привет. Аквамен 2. И не помню, я его смотрела, мне интересно. Нет, Аквамен только один я смотрел, первую часть. Вторую я уже... один. Пойду, буду хоть здоровый. Давай, отстань. Какие планы на завтра? Завтра на дачу надо сгонять. Сегодня не ездила, сегодня ливень был. Мишка, у тебя что, как делишь настроение? Бейс. Круто. Ник, привет! Как ты там не лыжи? Хорошо, обязательно заеду. На чай. Так вы, как в вашу сторону буду ехать, так сразу заеду. Когда пойдет и как? Да тоже что-то пойдет. Сегодня вот он была целый день. Вот, блин, от того, что ты чем-то занят, от того, что ты что-то делаешь, что-то пока в отпуске, от того, что ты занят, либо что-то делаешь, ты все равно устаешь, меня это бесит. Спасибо за эксклюзивки. Мне это бесит прям, что ничего не делаешь, что ты делаешь, ты все равно уставший человек какой-то. Вообще. Еще и тупика вообще выматывает нервы. Все отлично. Твои тоже отлично. Вот и поговорили. Ник, ты такой общительный, капец просто. Вот и поговорили. Вот и ладушки. Вот и ладушки. Тебе лет еще мало уставать. Нет, ты еще мало уставать. Сколько мне лет, Александр? Ну а что, 25 не устают, что ли? Просто не знаешь, что у меня, поэтому думаешь, такая, да, о чем мне уставать-то вообще? Мишка, что ты там сегодня? Я 35 не устаю. Эдуард, здравствуйте. 35 не устаешь. Ну, знаешь, у тебя вот так легко все проходит, я скайпом, слайпом. Нет, совсем не так. Я сижу ночами в Виго, я потом встаю рано, я гуляю с собаками, я занимаюсь домашними делами, я езжу на дачу, там все делаю. Как бы, нет, да? Что я там? Что ты сегодня там, этот? На колени. Поставил мне этого, Киру. Что Сашка, у нас разная немножко ситуация, поэтому. В огороде копаешься. Да, поэтому. Знаешь, как выматывает на солнце это все. Машину, вон, эти доски перевожу туда-сюда. Hello, people, всем привет. Мишка, привет. Какой-то Мишка нам сидит.
Настя, пусть помогает тебе, блин. Да вообще это было лучше, что я придумала. Помогай хоть мне, Александра, ё-моё. Я вообще такая думала, может, он что-то провинился. Какая смешная девочка, конечно, пойду я. Увы, ты так со мной не пообщался, конечно. Приеду через пару дней. Пойду я делать. Давай, бабуль, делай. Хочу. Ведь я вон до тебя докапывался, ты молчал. Сказание тут, походу. Давай иди в тишине поделай, а то я тут болтаю тебе на ухо. Какая смешная вот эта гуля вообще. Ай.